Новости Богородского района. Богородская43.ру. Во вторник, 21 марта 2017 года, в Богородском районе побывал епископ Уржумский Омутнинский Леонид. Целью его визита было знакомство с Покровской церковью в селе Ухтым. Дело в том, что нашлись люди, которые желают жить в селе Ухтым и заниматься реставрацией этого величественного храма. Епископ Леонид осмотрел церковь и дал благословение на работы. Затем делегация Уржумской епархии побывала в селе Ашлань и ознакомилась с проводимыми на Троицкой церкви восстановительными работами. Бригадир Игорь показал епископу Леониду оборудование для изготовления кровли из металла. Сопровождал делегацию Уржумской епархии глава района Василий Юрьевич Ситников.